Всем привет! Вы на канале Жизнь с нуля. С вами автор и ведущий канал Вячеслав. Сегодня хочу сделать такую зарисовочку небольшую, видео очередное о том, что очень часто мы в своей жизни сталкиваемся с проблемами. И сегодня в средствах массовой информации, в рекламе и во многих СМИ показывают такую безопасную жизнь, такую комфортную, классную. Сегодня ни в одном фильме не покажут, как люди работают, не покажут, как люди сваривают железо, кладут кирпич, пасут скот или еще каким-нибудь трудом занимаются. Это не интересно, это не модно. Модно показывать хорошую, красивую жизнь, которая якобы длится весь световой день. Но на самом деле жизнь гораздо сложнее. И когда мы с этим сталкиваемся, то иногда происходит некая фрустрация, то есть состояние, когда мы не удовлетворены результатом наших достижений. Почему это происходит? Я сейчас немножечко выскажу свое мнение по этому поводу. И в качестве иллюстрации я хочу показать свое стадо. Вот здесь люди выбрасывают падалицу. То есть это яблоки, которые люди раньше перерабатывали на вино. Вот. А так как скоту отдавали, а так как скотина сейчас практически вышла из приусадебных участков, то, соответственно, это просто все выкидывается. То есть ни сок не делается, ничего. Гораздо выгоднее пойти купить банку сока или упаковку, или бутылку вина. Зачем его делать? Вот. Люди теряют навыки, нет желания. Вот. И вот я хочу обратить внимание, вот там очень далеко, то есть на расстоянии километров двух, находится мой дом, то есть откуда я гнал коз. И вот таких куч здесь две, то есть одна, и вот тут чуть-чуть недалеко, вот здесь вот, где вот эта дорожка проходит, там вторая. То они уже съели, вот они принялись вот за эту. Удивительно то, что козы, они как бы должны пастись, то есть вот они должны есть траву, и как бы вот это для них это лакомство, то есть это такой нонсенс. Вот. Но так как они знают, что это халява, то странно, что вот при короткой козьей памяти у них в голове моментально срабатывает локация. То есть они, как только выходят пастись, то есть вот они сразу преодолевают первый километр, и сразу после этого километра самые такие прожорливые, они уже прям чуть ли не бегом идут вначале на ту точку, и потом идут сюда. Почему? Потому что здесь халявные яблоки. Здесь отсюда никто не погонит. Жрать можно сколько влезет. Вот. Ну и, естественно, халява. То есть животное, водимое инстинктами, оно идет по линии наименьшего сопротивления. Как ни странно, человек, созданный по образу и подобию Божию, тоже действует приблизительно по такой же схеме. Он движется всегда по линии наименьшего сопротивления. Но так как скотина неразумна, для нее это, естественно, человек, существо более высшее. Вот, естественно, человек должен как бы понимать и отдавать себе отчет в том, что линия наименьшего сопротивления – это не всегда хорошо. И может так случиться, что когда эта скотина придет сюда, здесь уже ничего не будет. То есть либо кто-то съест, либо они все это съедят. Вот. Ну, останется, скажем так, некая память о том, что здесь что-то есть, и они всегда будут бежать сюда. Этот пример очень хорошо показывает, что подобным образом устроены люди. То есть халява, она всегда расслабляет, то есть она всегда дает ложное чувство обеспеченности. То есть люди привыкают к тому, что легко достается. Вот. И если такое происходит достаточно часто, через какое-то время человек начинает привыкать к тому, что это все приходит очень легко. Вот. И подобно вот этим козам, люди ждут от жизни, что все будет ровно.
Вот, они постоянно ждут подобного рода сюрпризов в своей жизни. Вот, но так как критическая масса людей, которые, скажем так, ищут сюрпризы, ищут халявы с каждым годом все больше и больше. Почему? Потому что средства массовой информации со всех зомбоящиков показывают нам, что жизнь легка, и она должна быть такой. Вот, и мы участвуем в этих самых крысиных бегах, мы ищем вот такие кучи халявы, вот, которые с каждым разом они становятся меньше, их локации меняются. И когда к нам приходят проблемы или трудности, мы начинаем воспринимать это как некую трагедию в жизни. На самом деле это не трагедия, это нормальное явление. То есть бороться за жизнь – это нормально. Преодолевать какие-то проблемы – это нормально. Вот. И наличие халявы постоянной и везение в этом вопросе – это хорошо. Но никогда не нужно ориентироваться только на этот процесс, потому что надо по жизни пастись. То есть, понимаете, иногда надо вот, нагнувшись, есть обычную зеленую траву. Вот, и это норма, понимаете? То есть, если постоянно рассчитывать на то, что тебе будет всегда вести, то трудности, которые будут приходить в жизнь, они будут восприниматься как трагедии. Но если понимать, что вот это подарок, а вот это поле, вот это вот все, это то, что есть каждый день, и вот за вот это все нужно быть благодарным, но вот, вот это воспринимать как некий подарок судьбы, подарок от Бога, подарок свыше, такой момент передышки, то тогда все нормально. Но если человек, вот, ну, я хочу провести аналогию с козой, да, то есть если человек постоянно ждет вот такого, а получает вот такое, то всегда будет разочарование. Но если он прекрасно понимает, что вот это локально, а вот это глобально, то здесь как бы это все нужно достигать, нужно трудиться немножко побольше. А если перепадают какие-то сюрпризы, то подзаправился и побежал дальше. И если мы научимся воспринимать проблемы вот так, то многое в нашей жизни поменяется, понимаете? То есть трудности не будут казаться очень трудными, понимаете? А радости будут казаться большими. Почему? Потому что, находя эти радости, мы будем чувствовать их полнее. Вот. И тогда много чего наладится. Но, к сожалению, еще раз хотел бы на этом заострить внимание, основная масса людей сконцентрирована на том, что трудности – это что-то ненормальное. Трудности – это что-то не то. Вот. И поэтому многие решения сегодня не принимаются. Люди не покидают города, в которых уменьшается количество заработка, не переходят на землю. Почему? Потому что это связано с определенными трудностями, связано с определенными кризисами. То есть человек с каждым годом, он как бы... Вот, самая частая такая вот проблема, с которой я сталкиваюсь, да, мне пишут и говорят, вот, ну, что я сделаю, у меня нет машины, вот, как мне добираться туда, да, вот, что мне делать, у меня, как бы, у меня семья, да, там, или у меня девушка не хочет переезжать туда, вот, что мне делать, у меня там нет мотоблока, у меня там нет сарая, у меня не с чего начать, у меня там заработок очень маленький, и я не могу ничего откладывать, я весь кредит. Понимаете? То есть, если все эти проблемы, которые вот я сейчас перечислил, они воспринимаются как нечто, ну, такое, что невозможно преодолеть, то да, можно вечно сидеть на этом, скажем так, месте и никуда не сдвигаться. Но если понимать, что эти все проблемы, они локальны, то есть, если воспринимать, что жизнь – это вот такое большое пастбище, что без, скажем так, преклоненной головы, без засученных рукавов, без определенных усилий, преодоления каких-то трудностей, без определенного экстрима. Это не жизнь, а вот, то есть не достигнешь ты ничего, обязательно это все будет. Тут как бы настрой будет совершенно другой. И поэтому что я хочу сказать сегодня своим зрителям, тем, кто смотрит сегодня в качестве зарисовки этого видео, этого дня. Вот такое вот напутствие небольшое, что проблема — это не означает, что это все, это конец. Проблема — это, скорее всего, ступенька к тому, чтобы
просто сделать очередной шаг и стать выше немножечко той ситуации, которая у тебя есть. Вот. И, ребята, воспринимайте халяву не как норму, а как, скажем так, благословение, разовое благословение свыше. И тогда их будет больше, этих халяв в вашей жизни. Всем желаю добра, всем пока, до свидания. Oh.